труд, пожалуйста. Скажите, можно ли сжигать на свече сразу две проблемы? Нет, только одну, а через несколько часов другую, только так, да. Семинар важный, содержательный. Спасибо. Ну что, я на этом заканчиваю наш семинар. Друзья мои, обязательно перейдите на мой YouTube-канал и обязательно подпишитесь. Друзья мои, обязательно оставьте комментарии после публикации данного видео. Друзья мои, обязательно поставьте значок «нравится». Дело в том, что несколько слов о том, как удаляли мой канал. Мой канал удалили. Это канал был официальный, там на нем было 415 тысяч человек. Как я к этому отношусь? Я сказал, это не важно. И теперь новый канал заливает туда всю старую информацию, которая была на моем прошлом канале. И, конечно же, считаю, что ничего страшного не произошло. Все люди, которые меня знают и которые являются приверженцами моей деятельности, они точно так же придут на мой канал и будут. Почему? Потому что нас много, потому что мы связаны одной целью, одной задачей и так далее. Мы друг друга поддерживаем. Конечно же, для того, чтобы развитие канала было еще лучше, я, конечно же, апгрейдю этот канал, сделаю его более удобным, более целенаправленным, более эзотерическим, более таким дуйковским, поубираю лишнюю ненужную информацию. Вы знаете, я даже внутри или внутренне рад тому, что вот пришлось этот канал апгрейдить. Это дало возможность как бы посмотреть на все видео с позиции современной эзотерики уже или с позиции современной нетрадиционной медицине, понять, что еще нужно, что еще хотят люди и так далее, подчистить этот канал. Ну и, конечно же, я рад, что это произошло. Это даст нам всем вместе новый виток и даст нам новое желание пересмотреть старые видео, и да и новые видео и так далее. Поэтому спасибо вам, что вы поддерживаете. Не забывайте это делать, не забывайте быть моими подписчиками, смотреть видео. На данном канале выложено огромное количество шумов, мантр, Шанкара Тантра там выложено. Также сейчас я заливаю и выкладываю огромное количество прошлых лет вебинаров, за прошлый год, позапрошлый, микроинформационных таких дайджестов там о ступенях и там о шумах, традиционной, нетрадиционной медицины, лечения методами целительства и прочее, прочее. Одним словом, море всевозможной, простите, разнообразной информации, посвященной эзотерике. Ну что, еще раз до свидания. С вами был Андрей Дылько.